Если у нас запах из канализации, то каким способом можно его устранить? Покажи, пожалуйста. Ставится вот такое вот устройство. Как оно называется? Фановый клапан. Фановый клапан. Понятно. То есть его задача обеспечить доступ воздуха в канализационный стояк и не дать воздуху выходить из канализационного стояка. Я прав? Да. То есть это обычный клапан для воздуха. Да, для подсоса воздуха. Ага. При сливе воды. И где его можно устанавливать? Только на крыше? Нет, не обязательно на крыше, можно в помещении, там где находится сантехнический прибор. А, то есть непосредственно в своем помещении, не надо завязываться с соседями. А вот он такой, а куда он ставится? Вот в такое же колено или как? Или где? Он устанавливается в горизонтальном положении. Ага. Вот, строго. Потому что его система довольно-таки простая. Ага. Здесь стоит вот такой клапан. Ага, понятно. Интересно, просто и недорогая эта штучка, я так понял. Ну, по крайней мере, выглядит она недорогой. Да, вполне доступная цена. Интересно. И ставится, как, ставится тройничок вот такой, да? Да. И он вставляется в него. Это большой, это для большого стояка. А вот это вот... на 110 такой. А вот это что, это аналогично? Да, это аналогично, только здесь используется или на кухне, или в ванной под умывальником. Ага. Для меньших объемов, да? Да. Интересно. То есть это вообще копеечки стоит? Ну, предохраняет, как говорится, гидрозатвор от срыва. Ага, предохраняет гидрозатвор от срыва. А объясни, пожалуйста. Гидрозатвор находится в сифоне умывальника. Да. Или ванны, или унитаза. Да. И тем самым создавая гидробарьер, чтобы не проходил воздух. Да. С неприятным запахом. Да. Ага, и получается, если много стоков происходит одновременно, то этот гидрозатвор может сорвать. А этот клапан предохранит, да, от срыва гидрозатвора? Я правильно понял? Если в стояке канализации плохой проток воздуха, он поможет это добавить воздуха. Да, и это предотвратит попадание плохих запахов из канализации в ваше помещение. Понятно. Хорошо. Очень интересно. Это мы говорили о защите от поступания в помещение плохого запаха из канализации. Неприятно. Неприятного, да.